Труба фирмы Пурма. Нового поколения ПЕКС. Это лучше, чем ПЕРТ. Чем она лучше? Тем, что при заломе трубы ее можно немножко феном прогреть, и она восстанавливается в прежнее состояние, возвращается. ПЕРТ, если заломается, значит уже будет излом не исправить. И у ПЕРТа через 15 лет показатели качества трубы, они падают. У ПЕКСа они не падают. Так говорит фирма-производитель. 10 баррелей, 16 на 2. Производство Германия. Модель.